Это началось с того, как у одной семейки появилось двое детей, одна старшая и одна младшая. Она убиралась каждый день, мыла посуду. Однажды она хотела сбежать из дома, чуть не спали. Она решила переночевать в одно местечко, обратно на улице. Вдруг ее встретила на лесу, который предложил ей хорошую работу, потому что она была очень красивой внешностью. С того времени она стала популярной и получала много денег. Я наверила в себя.